В день светлого праздника Пасхи свой 90-летний юбилей отметила труженик тыла Александра Мануйлова. В этот день ее дом был полон гостей и праздничного настроения. Юбилярша очень бодрая, улыбчивая, подвижная, живая. Ей никак не дашь 90 лет. Родом она из села Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области. Александра Федоровна выросла в военные и послевоенные трудные годы. Замуж вышла за военного. К сожалению, муж давно ушел в мир иной. Юбилярша много лет трудилась помощником оператора в цехе ППН управления «Бавлынефть». Она работала как не так тяжело, как опасно было в газу. Ну, я очень любила эту работу. Знаете, я как летала на резервуаре 12 месяцев, мне 40 лет было. Я взлетала как метеор бегом. Вот такая у меня была любовь и сила. Александра Федоровна имеет множество наград и медалей за достойный труд. Про своих двух дочерей и внуков она говорит с огромной любовью. Они сегодня ее радость, поддержка и опора. С большим юбилеем ветерана пришли поздравить и заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Ильмира Хуснулина, и председатель Совета ветеранов НГДУ «Бавлынефть» Чулпан Фатхулин. Они вручили ей поздравительную открытку президента России Владимира Путина и подарок. А дочь Татьяны подготовила сюрприз, подарила альбом с фотографиями. В нем отразилась вся жизнь Александры Федоровны от молодости до сегодняшних дней. Взяв его в руки, она в который раз предалась воспоминаниям. Айгуль Гиатуллина, Артем Артемьев, БРТ.